5. А 4,7. Там Ну, 5. 4 миллиона было с чем-то или 5 миллионов. 5. 5% 5 миллионов. Обидно было, если бы ты еще что не намерен. Вот это было бы обидно. Да и так тоже обидно вообще-то. Это самый лучший пул за всю весну, за все время, что мы травим. Историю Фаркрафта? Давай, давайте фулба. Не, я реально почувствовал, что мы добьем, блядь. Я тоже уже думал, что... Я блядь. По интонации Кирилла, я хп не вижу, я чувствую, как он нервничать начинает ближе. Геру еще плохо дали, типа. Не, нормально Геру дали, там живые. Ребята, были. Извините, о, пожалуйста, еще что меня отбили в это время. Геру под команду, без команды, пожалуйста, не давайте. Я Геру хотел стулять, блядь, когда мы все свечимся в босса. Но сейчас сделаем по-другому, дадим просто в начале второй фазы, только по команде. Все, давайте еще там милики по трэшу играют. Там, если что, помогают только ШП. Остальные все играют босс. Кларче на полумаг еще раз. Все, охните лишний фут. Соберитесь и сконцентрируйтесь лучше. Адель, давай отчет. Блять, уже припоты заканчиваются. Сто припотов, это лезвие, ебаная. Казби. Сбил. Угу. МК 3 секунды. МК 1 секунда. МК. Раздали контроль. Дома. Смотри, блядь, Мирай бежит. Уложи аккуратно. Заберите меня, пожалуйста. А СС обновили? Сейчас потекунка нам уже даю. Раздали контроль быстрее. Успел кинуть. Блять, что так больно, нахуй? Да, прохилься. Не убейте массе, не убейте. Не успел. Барбарос СС по Мирае даже. С трэшем плохо все. Надо трэш добивать. Сейчас МК будет через 5 секунд. Трэш и поэтому помогите. МК сейчас будет. МК раздали контроль быстрее. Не убейте, не убейте, блять. Боссом опрохил. Ой, блядь, контрол точнее. Я могу. Два ляма. Добили босс? Да он зеленый там хуярит. Колют сам стань. Блядь. Геру дал. Это я дал. Ну, блядь, ну вы заебали, нахуй. Сказал же, без команды не давать, нахуй. Я что вы делаете? Я случайно нажал. Колют, все, пожалуйста. КД у него. Блядь. Сера, дай БР быстрее. А, ты уже не дашь. Мася, дай БР по нему. Духи, аккуратно, в милизоне, блядь. Под боссом прямо. За танком. Блядь, уклонился, дермич, повезло на. Фонарь сокру дай. Новый духи опять в милизону бежит, в печеньку туда. На пол фонаря. Спасибо. Духи новые, в кресте два штуки. Два штуки в кресте там тусуются. Ой, дай БР по хисяке. Дармич из баунт нажми. Не надо. А, окей, окей, окей. Рядом с лестницей. Духи, духи в кресте. Ребафните ханта и... Аккуратно в печеньке дух, блядь, в печеньке. И один в звезде. Да, блядь. Ну кто это, блядь? Да я. Играем, шо играем. Сна? Живые меня все. Меня зажали с двух сторон. Аккуратно, духи. В милизон идут. Контрольте. Ресли нарезать? Да.
Духи новые. Один в кресте, другой в звезду бежит. СПО овцу, пожалуйста, ребят. Ну, блядь, ну как вы дохнете? Ёб твою мать, нахуй. Духи новые, аккуратно. Один в печеньку бежит, другой в звезду. В звезду, в Юлю или в холипала какого-то. Люксор стоит, вообще похуй. Да я не заметил его. Угу. Духи новые. Кирилл, есть бросить? Да. Духи новые. Один в полумесяце, другой в кресте. Оба около креста сейчас тусуются. Прохил, умирает. Дух один в полумесяце, в звезду бежит, другой в полумесяц бежит. Ланш. Лужа. Духи новые. В печеньке один. Бежит в звезду. Кого-то. Кокалют. Похую нахуй. Ой, блядь. Чпадаем. Да, конечно. Вы гоните, ну, ребята, нахуй. Вы все, гоните, что я, да, я, да, я даже смотреть не буду. Я, блядь, всех духов на моих глазах нахуй взорвали. Ну, Кирилл, меня просто зажало нахуй с двух сторон духом. Просто с двух сторон, блядь. Там на реплее посмотрите. А дух же не может брод из себя на одного кинуться, не может. Может, как видимо, блядь. Не, там просто... Там просто два духа было. Один бежал за тобой, другой не за тобой. Другой передо мной заспаунился. Ну, вот так. И в меня побежал. Он может, видимо, в один таргет бежать? Нет, в два таргет. Два духа в один не бегут. Ну, значит, просто не заспаунился. А разве должно в тех, кто в МК, ледяная стрела, типа, даваться? Нет. Но перед МК, да? Я был в МК, и меня ледяной стрелой убило, типа. Как так? Ну это кринж, значит, беба... да. Это тебе беба захуярил. Да нет, сейчас я гляну. Ну у меня было... Нет, подождите. Метка, бланш, луна, звезда, Конрад, крест, это для ориентации, когда я говорю, где духно. В какой стороне. В какой из ближе меток. Просто запомни, где эти метки, и смотри. Да я пошутил, Бебан. Если ты не понял. Рыбу хавать, все, собилитесь. Ну, блядь, ну, что вы хуйней начали поднимать? Может, нам как-то разделиться, хуй знает. 5 человек в квадрат, 5 в луну, нахуй, как-то встать, блядь. А может, чтобы... как-то шипы попросить вместе кучковаться, чтобы с одной стороны паровоз вошел? Ну, да, вот это, конечно, заебись, чтобы вы как-то со звезды в крест бегали, там, не знаю, как. Или стояли? В квадрате будем стоять. Или... Да подождите, ну вы ёб твою мать, ну дайте сказать, пожалуйста, блядь. ШП, а если вы будете стоять где-то со стороны квадрата? Ну, типа, чтобы там трэш везде могли помогать в кресте. Дружненько, блядь. Ну, около квадрата, чтобы все стояли, ШП. Чтобы, блядь, не мешала эта хуйня, блядь, смотреть за духи. Угу. Ну и остальные в луне тогда давай. Чтоб у нас место было. Я в тебя кунка кидал. Ну ладно, похуй. Хорошо. Тяжело понять. У меня сейчас КД СС. По Арислину дай СС, Барбарос, если у тебя есть. Все, давай, Терщина, полубав и поехали. Меньше пиздежа, больше дел. Ну ладно, будешь кунки бросать, хорошо, бросай кунки. Я по Арислину. Так что, Кирилл, ШП в квадрате стоит? Да, на второй фазе стойте в квадрате, чтобы, блядь, с одной стороны эти ебаные духи летели. Давай, отдели, чё. Вы по трэшу там все равно доставать будете. Первый случайный, ну, там... Не прямо в квадрате, ну там просто суетесь около квадрата, пить, сколько вас там? 5 человек получается. Каст. Сбил. МК, раздали контроль. Где контроль? Дал фир. Мы видим, братан, не надо это. Не говорите каждый раз. Умху. Дайте диск. Хекс. Блять, я уже на первой фазе нахуй шарахаю, что дух уйдет на. Пиздец, ебучая лезет на. То же самое. Дух справа. Чё, блядь?
МК сейчас будет. Кас бей, кас, 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 бейте. Мы будем хисяку боссом или ссора. Боссом не убейте. Не убейте босса. Он там подфилит. Лучше, выше. Трэш 2 секунды. Трэш. МК 5 сек. МК 1 сек. МК. Раздали контролы быстрее. Умираешь, ваншотнули. У нас БР сек. Замечательно. Раньше с трэшем пока. Добили трэш? Переводите босс. Похуй, без мира будем. На пул дермича по полной. Лужа вышли. Духи пошли. Аккуратно, около печеньки появилось. И около полумесяца. Мелизону один бежит. В танк вроде. На пул меня теперь. Фонари. Духи новые. Около звезды появился один, а второй в звезду тоже бежит, в сторону звезды. Spirits. Новые духи, около полумесяца. Мася, ты иди, прямо в те появился. Ну, блять, ну... Бентли нахуй. Я да, взорвал, походу, взгляну. Хули смотреть, это ты взорвал. Ой, шикарный диспел, Юльчу. Нет, это не я взорвал. То, что он до меня еще не дошел, это Кричкинг. Скорее всего, потому что он слева стоял. Ну да, это его. Так что не надо мне тут наговаривать. Че, падай, нет? Да. Блять, ну сколько можно нахуй, ребята, блять. Давайте один трай не словим духов нахуй и все, блять. Че так сложно? Их три штуки, блять. Каждые 10 секунд, блять. Не, мне крайне не нравится квадрат, это пиздец. Еще засвечивает, блядь. Ну, блядь, можете стать со стороны креста или со звезды, мне похуй, с любого места. Но главное, чтобы с одной стороны вы стояли. Ну, стойте со стороны креста, мне похуй, где бы стоять. Давайте со стороны креста стоять. Ну, блядь, там эти духи, блядь, нихуя не видно вообще. Давайте по луту кольцо. То я про него забуду, нахуй. Соточку. А все тут, блядь. Потом на тебя будешь ее разрубить. Андрей, спрошу, ему контроль нужен? Что, никому на мэн не надо? Ну ладно, блядь, что это спальгло тебе? Че хулипала не берут? Вы че? Тим крит пас. А, ну им с кораблей. А, корабли уже скоро, да. С кораблей, да, кольцо. 10к, 11, ну. Ёбнутые, что ли? Бля, типа, сам 12 поставили. Ну, я сразу поняла, что Войд будет за него бороться. Да я думал, Кирилл будет брать. Не, в пизду. Думал. Пойда на 1к наебали просто. Изи байт. Давай, админ. Слишком дохуя. Там с ТТГ, по-моему, поезд же вроде падает. Да. Даже не бис. Ну, нет, в СТТГ хуйня поезд. Духом, да похуй, если он щас, так и нормально. Ну, в любом случае. Ну с духом типа, блядь, ну такой себе. Такая, блядь, а нахуя мне хвоста на дестрика, скажи мне. Вот ну, сейчас. Ребят, смотрите, пожалуйста, я там репот покупал. Я проще нахуй возьму ебаный с тухлопуза, когда убьем поезд нахуй. Этот с критом нахуй духом и поебать, если Юлька не спиздит у меня. Да я думаю, это одинаково будет, с 2% хосты, 271 против 277-го, примерно. Блять,
по 2% хэстэк на глассокет. Я не понимаю одного, владыка ужаса, почему тебя вообще так мало, блядь? Ну, он устранение болезни кинул, кстати, пули. Ну что, Т4 не шарит? Не, у него просто, да у него просто этот, говнилин. Объект какой-то. Гоу, ужесточать наказание за дух. Давай, с этого пула тогда будем больше мяса задухаться. Что там у Ондры? Не знаю, ну он да, этот, к, он заново клиент. Он сказал, что не может зайти, он там что-то клиент переустанавливает. Угу. Я бы его взял уже, у меня есть тут поменять кого-то. Ладно, давай я дали счет и поехали. Соберитесь, у меня 2 минуты до СС еще. Ну я тебе потом рислин кину во время пула. Вы уже вышли. МК, 3 секунды. МК. 3 хила, не убейте, блядь. Или даже контролить не надо почти. Лужа. Крепочки выходят. Каст. Сбил. МК сейчас будет. МК раздали контролы. 2 хила и войд. Войда, Мася. Максимальный цикл. Старфол ебанул. Продлевай циклон. Крипочки выходят 2 секунды. Лужа вышли. Блять, что-то мы слишком быстро в этот раз переводим. Нам будет стопать. Сейчас скажу стоп. Все, стопнули в босса. Все стопнули в босса, никто не бьет. Свичнули трэш, убили. И раздали контролы сейчас. Сейчас контролы будут. Сейчас контролы раздайте. Контролы раздайте все. И босса пинаем. Нормально. Все, перевозим. Дармича фул на полу. Дармич босса. Фонарь сокру. Дух аккуратно, в звезду бежит один. Второй около креста, в крест Мелизону прямо бежит. Про Геру не забудь. Геру дайте. Spirits. Духи новые пошли. Блять. Один в крест побежал, другой не вижу. Раздали контролы. Быстрее. Дух Мелизону в печеньку бежит аккуратно. Дармич из баунт. Духи новые. Не вижу. Один со звезды бежит. Блять. Глю нахуй. Это был глю нахуй. Минус 5 нахуй. Надо двигаться. Ой, постоянно. Не вариант стоять на месте. Чё делаем? Нихуя. Спирит. Конечно. Блядь, пиздец. Ну побегайте, трай, ну разок нахуй, доживем все, блядь, ну. Там говорят, духи надо сразу менять место дислокации своей. Ну, можно не менять, если ты видишь, что вокруг их нету, нахуй. Блядь, ну если они там рядом. Тяжело увидеть, я просто всегда бегу и смотрю уже на ходу, типа чтоб наперед. Так не знаю, камеру просто подняли вверх, всю комнату видно. Камеру убирай нахуй. Ну не все, но большую часть видно захватывает, если камеру вверх ставишь. Как я и думаю.
Ну, я не знаю, у каждого свои, я бегаю, как бы не ловлю духов. Я стринг там рубил, кто просил. Я бы сейчас почти свесил нахуй. Если бы я не рейлил, вообще хуй бы что тут словил нахуй. Но не буду нахуй. Доброй охоты. Да, тут хоть очень много кто полутал. А в конце уже. Давайте убьем, блядь, да, нахуй. Да, еще 8 да, боссов. Там. Дайте рез, ПБН. Вот тут вот человек умер, короче, и взорвал духа. Ёбнул по рейдам, минус 5. Ну и себя. Смерть. Здесь совершенно. Умер я. По скелету. Видишь, это рейнджи взрыва просто. Да, вот, кстати, скелет. Вот, кстати, скелетик лежит. Вот реально. Обостри, вот здесь мой скелет. Это рейнджа взрыва, это пиздец просто. Да, рейнджа огромная, блядь. Загадывайте желание. Сколько, на 8 20 метров. 20 метров пункт. Желаю ФК, Леди Смертный Шепот. ФК? Да. Давайте быстрее забафались и погнали дальше. ФК на третьем нерфе, да? Если б никто не умирал, нахуй. Ебать. Если б у нас там пол рейда не лежал, мы б, блядь, его убили уже, нахуй. Я книжкой на пине трубью, нормально, блядь? Глад? Нормально. Бывает. Это на резисте, чтоб Фиров проходил. Давай. Капинетр собрал. Все, еще раз вообще на полубах. Я думаю, что Фиры проходят охуенно. Города. Давай, что ты дали. Так, по реслин, СС дам. Если будем переводить. Поехали. Каст. Еще этот лужа вышла. Вонючий. Раздали контролы быстрее. Мирая, главный контроль тебе, блядь, чтобы никого не скосил на. И стимся, блядь. Я бы почти безобидный, нахуй. Но не такой опасный, как ШП и ДК. Ну, косой мясный. Лужи вышли. Трэш уходит. МК 2 секунды. Лужи вышли. МК сейчас будет. МК. Контрол сейчас раздаем. Контрол раздали. Войда законтролить. Вижу эфир дали. Я продлил еще. Вышел. МК 5 секунд. Грипните там. Стопнули босса, никто не бьет. Раздали контролы и добиваем трэш. И все трэш добили и раздали контролы. Быстрее трэш добили. Все, по боссу поехали. Все в босса играем. Больше ТПС по боссу. Все до единого. Блять, сейчас не успеем нахуй. Да не успеем, да. Ну больше добавьте, блядь. Ху, блядь. Геру давайте. Фул ДПС, поехали. Слушай, вышли. Духи пошли. Аккуратно, в полумесяце один. Дай сокру фонарь прямо сейчас сразу. Кто-нибудь ёбнет нахуй, под Герой будет неприятно. Раздали контролы. Духи новые, аккуратно. Юль, ёбаный рот. Дайте диспел, пожалуйста. Духи.
Че по кунке? Дермичис баунт, аккуратность полумесяц. Дай байрок уходит по нему. Мили. Мили дух. Убегает. Аккуратно, блядь. Два духа около креста. Один в полумесяц бежит. Ребафните вар. Вара фул ребаф быстрее. Духи новые. Один в звезду бежит. В мили зону, аккуратно, блядь. Раздали контролы. Контролы раздали быстрее. Бентли херяю. Лишь-то сдуло, блядь. Духи аккуратно, ой. Блядь, парисину. Да пизда, нахуй. Как вы дохнете, блядь? Духи новые. Аккуратно, два в полумесяца. Два БР есть. Серый, если сможешь, БР не шарислина. Мася, БР хулишита. Дух один на полумесяце в лестнице, другой в кресте. На пул дермича срочно. Кирилл, есть бросить? Да. Глюс, акру дай. Сейчас МК Дили. Будет. Готовьтесь контролы раздавать. Раздали контролы. Духи, два в полумесяце. В мидле зону бежит, ну, в босса. Кринж Кинг, здесь пельте? Духи новые, аккуратно, в милизону бежит туда, в крест. Два штуки там, около креста. Прохил. Люксор, сокру, давай. Дух полумесяца между звездой один. А второй не вижу. Взорвал опять, войда чуть не убили. Духи, два в полумесяца, Мася, уйди, блядь! Шепс, надо сбросить. Миля. В печеньку, блядь, аккуратно. Вайда законтрольте, блядь, сейчас убьет, нахуй. Гнев, нахуй. Сдох, нахуй. На пол меня. Дух, в полумесяце два штуки. В полумесяце два штуки. За мной бежу. Spirits. Духи новые. Один в милизону бежит, в милизону. Два штуки там около миликов. Духи новые. В кресте один, а второй не вижу. Там же. Лужи вышли. Раздали контролы. Фонарь сокру. Два духа в кресте. Ма налет дайте. Стороны трэша. Мы не контролите уже, нахуй. Нихуя. ДК законтрольте, ДК законтрольте. В полумесяце два штуки. Еще 4 минуты. Духи новые. В звезде один. Другой в кресте бежит в милизону. Мася, вихряй больше. Войд умер. Она тоже. Духи новые. Один в меня вроде бежит. Второй там около меня. Не нормально. Духи новые. Раздали контрол. В кресте дух, аккуратно. По стимсу сальву надо. Еще в кресте и в луне. Печеньку в танка бежит под босса. В кресте. Вот кто сейчас взорвал? Стимис, блять. Да, да, я взорвал. Звезда. Ладно, все, падать. Спиритс. Блять. Стимс. Ладная хуйня переапанная, блять. Что ж там? Ничего тут переобрели, люди. Уход в тень, как часто тыкаешь? Все убивает. Часто тыкаю, проверяй. Уход в тень. Тыкаю, не помогает, говорю уж. Ну, просто вот сейчас другие шипышники, они как? Они уже не обгоняют нас, только ты. Я ты посмотри, бля, ну что я делал? Ну, посмотри, я тебе два раза сальву дал. Ну, ты посмотри, тыкнул я или нет, уход в тень? Три раза тыкал. Ну, а почему ты всегда первый? Там. Так, Ридзига, Стимс, кто еще? Не, Войд, я взорвал, когда уже вайпались. Ничего не знаю. Войд еще взорвал. Потому что ничего, вообще нельзя было умереть. Мася ебнула, блядь. Мася, ну отходи ты оттуда. Если что, есть ковер, если надо Масю поменять. Он зайдет, если надо. Ну, да, сейчас Мася надо контролит, сделать. Типа. Ну, типа ковер, кажи, Ирдру. Никита, ты когда взорвал дох? А, да, у него Ирдру. К вайпу, точно? Дальше все глю. Так и говорите. Глю, ты тоже к вайпу взорвал?
Все вайпы взорвали. Что ты это говоришь? Так надо начинать и этим тоже кидать, нахуй. Ну, типа, сказано... Вой тоже у тебя взрыв есть. Я не до вайпа, я говорю, я взорвал на пуле. Ну, чтобы такого не было, нахуй вы взрываете уже после вайпа. Ну, я говорил... Вайп. Не дохните, я вот не ловлю даже после того, как объявили вайп. Ну, людям похуй, видать. Предлагал как с этим бороться. 200, 400 и так далее по градации. Не, слишком нужен ковер. Да, пускай заходит. Он уже зашел пати. Мася, пойти раз поймал случайность. Два, это уже как бы, ну, такое не случайность. Три, там отель ассист есть, да, и пати. Ему пока. Так, кто там еще? Войт. Ну, Войт, нормально, у тебя гнев ебашит. Еще раз, я ничего не скейт нажал. Че он там ебашит? Че, ты шо, понимаешь, он, что не убил делал. Никого, блядь. Ну, ребята, сука, понимаете, типа, я не могу, ну, сокру под каждого давать. Вот Стимс, например, он сейчас пережил просто, да, в кресте. Я, кстати, забыл. Он пережил, потому что рядом никого не было. Потому что уже люди у нас сдохшие были. Но там кто-то бы стоял, кого-то бы сложило. Нет, да, да, я согласен, типа, тут я вообще пиздец не понял. Ну, типа, я ж, ну, не просто так это, блядь, в головы беру, не пытаюсь кого-то оскорбить или еще что-то. Ну, это ваша ошибка, просто признавайте ее, и все. Стремитесь, блядь, сделать лучше, чтобы вы этого, блядь, больше не допускали. И мы этого босса, блядь, убьем сразу же, на. А не сваливать на кого-то. Дайте дживсика. Так, ладно, мась, пока тебе кикну. Чтоб хила мне мешала вступать. Спасибо. Ну да, тут типа босс два человека не убьется. Но тут надо, блядь, чтобы все отыграли. Максимум тут один вагон какой-то. Плюс-минус. Это я про ДДР. И то, как вагон. Человек, который там контролить помогает. Он дает меньше всех ДПС. Соответственно. Лучше бы у меня не было этого вихря, бля. Все, соберитесь. Рыбу покушали. Масло там пересмотрите. Я еще полчаса есть. Реслину СС вибу. Давай ковер трейд на фласке. Так он сам же может взять, не? Ну. Я забыл. Коврин на мне. Ковер, как ты, блядь, X2 бросишь? Он, у него РТ кончилось. Да я понял, что кончилось. Друг, вопрос другой был. Не знаю, если эти 6 не выйдет в ближайшем будущем. Тут скоро выйдет, блядь, тут играем. Адель. О. Блять, хочу курить, пиздец, нахуй, ладно. И давай отчет. Блять, у меня один перепот остался, ладно, я не буду пить сейчас. Чуть не посмотрю. Кто не пьет перепот, минус ИП. Я выпью во время пола, не приезжаю. Я пола, блять, пить не буду. У меня одна штучка осталась. В второй фазе выпьешь под экзекут. 100 припотов, блять, ушло уже на леди. Пиздец, пора из ГБ выдавать. МК, 2 секунды. МК, раздали контроль быстрее. Аккуратно, Бентли, блядь, побежал под босса, не убейте его. Реслина ТСС давал, вставай. Бентли путешествует. Ну пиздец, блядь. Ты встал и Бентли, блядь, гром и молнию въебал. Я хуею, блядь. Ой. Команды решают. Тупо затандерил. Злой Бентли. БРов нет. У нас тут ближайший БР у тебя через 30 секунд. Ладно, похуй бьем. В итоге герой не дал. Лужи вышли. Каст, фонарь, кто там? Раздали контроль быстрее, законтролите. Блять,
Блять, еще в клаку убеги нахуй, чтобы мне потом до босса бежать было близко. Ну-ка, вора БР. Даю БР. Давай. Ой, давай БР. Блять, точно, он же друид. Мася поменялся. Блять, забыл. Давай БР порисли. Ой, похуй ты. Сейчас, да. Перебафнули паладина на фул быстрее. Блять, мы, кстати, не успеваем сейчас переводить. Что-то хуёво подать. Поднажмите. Раздали контроллы быстрее. Больше ДПС по боссу. Не успеваем. Не падайте в пизду, не хочу. Не хочу даже пробовать. Уже теряем лишних полминуты нахуй до бирсы. Падайте. В лужу? Да, в лужу зайдите просто. Ребят, ну кто там хилит? Не хильте. Ой, кончилось, сука. Не-не, ковер, у нас 5% лучший результат сегодня. Так что все шансы. Да я про ШП говорю, про стрижечек духов. Нет, их нихуя. Ебать, колют, там бессмертный, что ли? Да ебать, ну чё за хуйня? Локалют. Да мы вроде переводили до этого, сейчас какая-то хуйня просто. Во-первых, МК брала те, которые дамажат в основном. Я вспомнил рекламу, где негры. Да, да, вспомнили этот момент. Афлика реворкнули уже или нет? Что-то, блядь, надо проверить. Стрела тьмы. Мир тебе. Где эта хуйня? Да он все переворкнули. Саня, сит-стинс вообще нормально раздают. Я что-то про 5 стаков там видел в Африке. Ну да, там его стаки понизили вместо 10-5, по-моему. Потерпали. А есть смысл КСД только в Африке. На экзекутку, да, конечно. Но при этом урона, по-моему, больше. Мне кажется, они одинаково дают, честно. Мне кажется, вообще ДПС будет все равно к концу, блять, один и тот же. Ну, в босса. Сколько я там, 10 копейками даю, в босса столько и будет. Ну. На 5% почти 11 лямов было. Ты ж можешь свитчиться, семечку кидать, да, какой-нибудь? Треш. Ну да, раз 5 стаков, то смогу, да. Это хуйня. Там семечко может потом в МК кого-нибудь нахуй засемить. Ну у нас... Всё, давай, давайте фулбафы. Три друида. В принципе. Не знаю, можно было попробовать. Текст. 8. Интерфейс, текст. Это сколько у меня? 36 плюс 50. 86 евро, нахуй, заебись. О, блять, ебаная леди, нахуй. У вас СС есть? Нет, у меня 9 минут КД. Барбарос, не знаю. Давай, чё ты дай. Да, у меня есть припот. Я шизи леди к магии пью. Знаешь, Арислина любит розовую попку. Я уже взял. Поехали. Вы уже вышли. МК 2 секунды. МК пошло. Раздали контроль. Сопло. Два хила. Блять, прохил нахуй, что-то больно. Тут трэш хуярит. Вы уже вышли. Физушники, помогите. Ханты. Все. Трэш одна секунда.
С лестницы приверженность там. Ну, вижу фонарь, диск ебал. Блять, не с тем петом бью. Раздали контрол. Сало дал выйду. И по собакам. Жу, ну бабу надо было снять. Опять чуть не больше по боссу. Мы опять не успеваем. Я вот держу в курсе. Что-то медленно бьет. Это третья пачка, сейчас успеем. Не, не, сейчас успеваем, нормально, нормально. Успеваем. По трэшу там больше, знаете, чтобы он не оставался. МК одна секунда. МК сейчас будет. МК, раздали контролы. За контроль. Реслина не убейте, пожалуйста. Переводим вас. На дармича фул на полу. Реслина прохил. Трэш пошел справа. Геру давайте. Люхи пошли аккуратно. Фонарь сокру. Один везде, другой около квадрата. Квадрат Геру. Бежит один. Геру, шаман, алло. Spirits. Духи новые. Один около креста в полумесяц бежит, другой не в квадрат бежит. White Fury, законтрольте, блять. Ёбаный в рот, долбоил. Ковер, помогай контролить. Аккуратно, духи новые. В крест бежит. Ребаф дайте. Дермич, дай айсбаунд. Этот, ковер дай БР по стимсу. Новые духи, аккуратно сейчас будут. Где он стоит? Примерно. Крест, крест. Да. Глю, дай сокру. В полумесяце один, а второй... Хуй его знает. Контроллы раздали. Кресты, ебаные фейерварды свои сливайте, пожалуйста. Конченые нахуй. Люксор, дай сокру. Серый, если есть возможность, БР помирает. Это дух. Духи сейчас новые будут. Так, духи пошли. Один звезде, другой хуй его знает. Другой около квадрата где-то. ТТМ можно тыкнуть. Квадрат бежит. Дай ТТМ. Один в полумесяце дух, другой... В мили. В мили бежит аккуратно. Блять, ну ёб твою мать нахуй. Да вы заебали этих духов ловить, ну, я не знаю, нахуй, ну, нахуя вы сейчас бэрили? Уже не надо, блядь, падайте, нахуй. Нахуй такие ресы, ну, типа, нам ДПС хватает впритык, блядь. У нас минус 5, нахуй. Из-за ебаного духа, нахуй. Не сейчас, взрывайте никто духа. Сейчас не хлопайте. Просто не хильте, нахуй. А я это взорвал, Луксор. Бля, типа, что-то пиздец, как-то тройнулись, типа три хила были живы. Что-то надо какую-то залупу придумывать, потому что это хуета, нахуй. Надо то ли кэмпами стоять, что-то надо придумывать, потому что, блядь, люди не могут, нахуй. Не-не-не, я тоже думаю, они появляются всегда в разных местах. И типа ты можешь в кемпом перебегать. Ты понимаешь, смотри, в чем прикол. Они появляются по... Вот мы специально расставаемся по всей этой хуйне, они появляются около людей. Угу. Если мы, блядь, будем стоять в ебаном кемпе, нахуй, вы, блядь, непонятно, кто будет отбегать из вас, понимаешь? Это первое. Во-вторых, блядь, теряется ДПС, нахуй. Ну да. Это не 40 лямов у леди, или сколько там, блядь, на... сколько у нее там должно? 30 с хуем, по-моему, 33 вроде, блядь. 24 у нее на стандарте, и 14 лямов маны. Ну типа больше тут, я не знаю, так. Какого нахуй ждем нерфа, блядь? Духа нахуй не взрываем, блядь, убиваем босса, блядь. Идите покурить 4 минуты, только не больше. Я курить хочу. К
когда тут вайпаются люди на 90-80%. Тут, блядь, никакой еще нерв. Нерфить духа надо. Чтоб дамажил 5к. Просто брать, просто один раз поймал 200. Еще раз поймал. В этом же 400 и так далее. Я и так уже по 400 снимаю. Не, я понимаю, я говорю, типа, это самый оптимальный вариант. Тут больше ничего не придумаешь, чтобы, по крайней мере, придумать. Вот я сейчас сожалею, кстати, что система не ПГП, нахуй. Я бы, блядь, захуярил бы, Вема, съебись, кадра. Сука. Наверное, вот эта чарка, типа, критический урон, который дает 4%, наверное, самая ИПА. Из такого 2% СПД, если брать что-то. А, ее мне надо. Купишь? Она какая-то ебанутая, как что-то прям пиздец, как добавляет. Урон у них 100. Ну, она, типа, как-то, я не знаю, скалируется, может, как-то неправильно, что-то прям пиздец. Какие-то криты. Она может скалироваться. На 2000, на 1500 у меня крит вырос. Так нет, так есть. Ладно, блядь. О, через месяцок где-то лич упадет нахуй, я думаю. Есть два разных вида прибавления критического урона. Кого-то лич у нас леди. Первый вид это как метасокет, он именно добавляется нет. В конце. Через есть... месяцок уже и мы лича думаем закроем. Типа твой урон критический это 200%. Если раз в неделю будут по 10% КП срезать, то да, убьем. Да, я думаю, это даже не поможет. Там, блядь, я смотрю, у Сидры, блядь, короче, срезали 25% хп, нахуй. То у нее изначально там по 200 было, нахуй. Сука, админы, блядь, укуренные, нахуй, делали эту целка, нахуй. Вообще, изначально. Да, у нее было больше, чем ребра, да, блядь. Кришна есть у Сидры? Кришна есть, блядь. Да там не только перса, нахуй, там, блядь, освобожденка, нахуй. Весь рейд похуярит, нахуй. Это еще хуже, чем леди, блядь. Бать глю донаты зарабатывает со стрима. Блять, надо что-то у меня резкое желание выпить появилось этим целка, нахуй. Надо будет какой-то один день выбрать побухать на посидеть, блять. Какой-нибудь целка обычку, наверное, блядь. Фарид, заходи. Все тут? Арченовка. А, квест на великана забыл взять. Там на Дурнавана. На Дурнавана квест. А, да? Чё-то мы не делаем квест на Дурнавана. Ну да, давайте сделаем. Тяните вроде. Масло пересмотрите. У меня 11 минут осталось. Я сейчас буду перемазывать перед полом, блядь. О, а можно фласку на ХП? Поставь банк, я тебе дам фонарь. Поставил. Не кидать рейд сразу, пожалуйста. Ну я жду, когда скажешь. Блять, локов это нихуя нету, вроде добрал двух, сука, и нихуя не пришли, блять. Блять, искать еще нахуй. Давай трейд. Ретрик одного сау, рогу, блять, лок. У тебя масло есть, панель? Да.
Рыбу ставили? Спасибо. Еще раз Арчен АФК. Че поставлю? Там еще АФК шлюз. Ебали. Надо не рисовать. Холишит, Максик, Юля. А, дайте секунду, у меня что-то дропнуло. Давай. Блять, так непривычно вот этот весь белый чат видеть, нахуй, сука. На X2 играл, блять, в этом Т4 ШП сосал, нахуй. В Т10 только с палкой, блять, начал ебать. Блять, весь белый чат, ебануться. Ну ладно, это уже скоро понерфит, я так понимаю. Угу. Холи еще никто не понерфит, у него там чат. Типа сколько, 10 минут чилим? Чилим? Я уже третий мир про охотника кидаю. Все, Арчи на полбах, там вылетел человек. Кунка. Я здесь. Куда Кунка ты? Ну все, красава, давай, че туда поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Это место станет вашей могилой. Каст. Контроллеры сдали быстрее. Каст, бейте еще один. Добили нормально. Трэш одна секунда. Трэш выше. Лучше. Я освобождаю тебя от проклятия плот. Ты не в силе. Раздали контроллы быстрее. Швепс опять фермат на всякий не восприимчусь. А, тебя зацепонил. Опять. Я тебе второй раз просто фиряю. Второй раз фиряю за сегодня. Два раза не восприимчусь. Просто. Трэш выходит. Трэш выше. Фанатик в рейд бежит, аккуратно. МК сейчас будет. МК, контроллер здания. Набили трэш быстрее. Переводим вас. Босса переводим. На дармича фул на пол. Че по гири? Ставь босса. Пока босса надо поставить. Геру давай. Крест. Духи пошли аккуратно. В два в крест побежали. Раздали контрол. Духи аккуратно новые. В звезде один. Два в звезде. Фонари сокру. Духи новые. Один в звезде, другой в кресте. Аккуратно, один полумесяца. Другой. В полумесяц бежит один. Эма на лед, дай, эма на лед быстрее. Кожем стоит. Дермич из баунд. Духи новые. В квадрате один, другой около звезды где-то там бегает. Spirits. Духи новые. В мире идет. Люксор сокру, дай. Ай! Глю, дай сокру. В контроле был. Аккуратно, я видел, сейчас даст.
Блять, Эликсор дал. Два в полумесяце появилось. Аккуратно. Один за мной бежит. На полдернича. Духи новые. Около крест. Печеньки один, другой в кресте. Блять, милики взорвали нахуй. Просто минус 3 хитлана. Ковер, дай б. Дай БР по Войду, Войд дашь БР по Юле. Кирилл сбрось. Пизда. Не, все, пизда, все, падайте. Кто? Милик, на... милики захуярили нахуй. Да блять, заебала эта хуйня уже. Там Глю всех убил нас. Это Глю, да. Блять, сильно, конечно. Блять, ну вот ни одного нельзя взорвать, это пиздец просто. Минус 5 сразу все вайп. Да. Минус 5 это вайп. Ну ладно, у меня хоть СС сейчас откадашился. Блять, очень, очень хорошо шли. Очень вообще идеально шли. Прям вообще без знак. И по Берсе все было хорошо, и вообще все заебись. Когда-нибудь мы не взорвем этих духов. Но это уже другая история, блядь. Когда сейчас повезет, 100 до утра, блядь. Мы убьем. Сейчас только надо подождать, пока повезет. Другие гильдии сделали 200 траев. Повезет, вот, если... они дождались, когда повезло. А сколько мы уже сделали, нахуй? На Локи 48, на Роге сколько у меня там? У меня 60. Если фул духи будут идти на 10 человек, которые видят, блядь, этих духов, остальные не видят. Вот если на них не пойдет, тогда мы убьем. Везение, да? Ну да. Не, ну смотри. Одно и то же просто. Вот теоретически, если мы РДД всех поставим в кэмп, мы потеряем ДПС на перебежке, ну типа каждые 10 секунд надо пробежать 10 метров. Ну не 10, хуй себе, 15. Не, Войд, это хуйня, ты понимаешь, нам сейчас хватает ДПС впритык, впритык. Ну если никто не будет умирать, не скажу, что впритык, даже еще запас, если никто умирать не будет. А типа с кэмпом это вообще бред, даже обсуждать не смысла. Кэмп работает только когда у нее будет лямов 50, нахуй. 36 отнимаешь, вот тогда можно там. Там он разошёл. Андрюша зашёл, ага. Что там у тебя? Шлёндр. 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 Ты скажешь, почини? Ладно, без него понял. Т6? Ну, лет через 5. Давайте на исходные стали. Адель, давай чёт. Так, у меня СС есть. 4, 3, 2, 1. Че, Мася? Да, скорее всего, сейчас одного человека будем менять. Вертач хочу взять. Уже конченая. МК, одна секунда. МК, раздали контроль быстрее. Люля, не убейте, она к боссу бежит сейчас. Люля. Оп. Уже милли, аккуратно. Трэш, одна секунда, трэш вышел. МК 5 сек. МК еще должно быть. К сбейте. МК раздали контроль, служи вышли. Мать уже хуя выкинул. Там Мирая хуярит. Не убейте Глю. Да, ну, Мирая, контрольте, не выпускайте его с этой хуйни, блять. Посадить бы тебя самого Мирая на косу, блять, не мешало бы. Привежется, дали, блять, смерть. Угу. Кожу. Нервы. Трэш вышел аккуратно.
МК сейчас будет. Раздали контролы. За контролем Мирай держите максимально. Ну, блядь. Чё это? Ну, я сказал же, Мирай, держите максимально. Ледяная коса, что это нахуй? В пизду нахуй. Просто, блядь, минус сколько нахуй? Ебать, он за каждого по сотке нахуй, Мирай, блядь. Сука. Да, ебать. Жёстко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь нахуй. Минус 700, Мирай, получается. Он шутит, Мирай. Мирай, а у тебя еще и пушки не снимаются, или мне показалось? Коса там, по-моему, от пушки не зависит, не? Так, Лотыкружес пока на замену, андертачи возьму. Ондра, что там у тебя? Он уже офнулся. И попробую Калюта поменять еще на Милханта, третьего ханта взять. Ну, не знаю, не знаю, я не советую. Типа он сейчас будет духов лутать пока, да? Кто, Милхант? А если не будет? Да, Милхант. Вообще за ханту, блять, вообще идеально, нахуй. Самый идеальный на этом боссе играет. Ну я просто говорю, я видел, как он играет, он дает хорошо, но типа вот где тактики, он вообще слакает жестко. Так что ты ему шанс вообще не даешь, да? Не, ну я как бы говорю свои наблюдения, сколько мы играли, он у нас в статике был в десятке, как бы я говорю. Склонен. Тут все равно один хуй вы все ловите. Ну не знаю, я не поймал еще. Есть люди, которые не ловили. Не ловили, чтобы... Бентли не ловил. Шкаф поставь, пожалуйста, Барбарос. Бентли мне уже минус два раза получил. Калют, все равно в конце ЕП будет, не переживай. ЕП больше. Тыкаю. Мирай, выруби нахуй своего пиздюка, блядь. Кто? Здесь смерчик какие-то вообще ёбнутые, типа там... Мирай сидит хуярит, и смерч летит в трэш вообще, блядь, приверженца. Ну там мискликнул, хватит. Прикинь, я в танке мискликнул. Это прям очень сильно, блядь, это пиздец, это вообще, блядь. Танк. Блядь, это уже не раз, блядь, да? Случай, Мирае там уже раз, наверное, 10 так всех убивал. Не, Мирае просто первым надо фокусить сразу же, типа. Ну, ведь бывает, не успевает, типа, ну легче просто его спекнуть, если у него есть какой-то спектр. Да, вообще, пусть он дает косу перед тем, как МК залутает. Нули наебаны. Как коса работает? Все, тихо, соберитесь, ребят. Андрей, суманить. Ну он не в зелени же сейчас был. Там попугай говорит, ДПС хуёвый у нас. Да. Опять пришли! Ой-ой-ой-ой. Злится на вас прям. Говорят, без приз мало дают. Лучше на тебя злиться, блять. Слышишь, блин, Кире, дай, пожалуйста, припоты на броню. Я приз поставил кучкой. На кого? Крест. На броню? Да, у меня куча. Ну давай, блин. Присты в какой метке стоят? Крест. Кресте. Окей. Ну, не в самом кресте вы там, блядь, в шеренгу становитесь. Со стороны креста. Причина полыба.